НАСА увидела большой астероид, летящий на наш... Увидела НАСА большой астероид. Я считаю, что это должно быть самым объединяющим человечество фактором. Наконец-то мы нашли, точнее не мы, а космос нам нашел единого действительно врага, который хочет не просто уничтожить там верующих в одного или в другого, или в третьего, или вообще неверующих. То есть нашлось наконец-то вот это вот общее такое вот потустороннее зло, с которым надо бороться. И возможно, что мы все погибнем вместе, объединившись наконец. Весь мир в едином порыве начнет бороться с астероидом и не поборет его, потому что с астероидом бороться невозможно, как говорит нам физика. Потому что mv в квадрате пополам, друзья, это очень много, если большое v и большое m. И этот пополам нас уже тоже не спасет.